Друзья, 12-14 июня 2021 года в департаменте Карагандинской области, в департаменте полиции Карагандинской области ожидается проверка из Министерства внутренних дел Республики Казахстан по материалам, опубликованных на моей страничке в Инстаграм и других ресурсах общественного объединения ОСА. По материалам, которые изобличают преступные действия руководителей департамента полиции Карагандинской области Файзулина, Калякпарова, Титаренко и прочих бандитов, засевших в департаменте полиции Карагандинской области. Но, как вы знаете, а точнее не знаете, все средства массовой информации Карагандинской области трусливо молчат, не публикуя и даже боясь делать запросы в департамент полиции Карагандинской области, потому что, ну, трусы, потому что трусы. Так, хотя, согласно закону о госслужащих, все фамилии, которых я упоминал, в том числе и следователь Аубакиров, сфабриковавших в отношении меня уголовное дело, обязаны были отреагировать, ну, как минимум написать хотя бы заявление в суд, в полицию о привлечении меня там к уголовной ответственности, в общем, каким-то образом отреагировать, что они ни в коем случае не делают, потому что, безусловно, боятся. Также будет проведена проверка о непринятии мер по моим заявлениям в отношении мошенников сына и отца Цветковых, которые мошенническим путем завладели частью моего имущества. Надеюсь, все виновные будут наказаны, мошенники будут привлечены к уголовной ответственности, ну и я, естественно, буду держать вас в курсе всех перипетий. Поэтому разоблачайте банды, полицейские банды, засевших в ваших городах. Спасибо. Увидимся.